Современная медицина утверждает, что старение человека – это многогранный, сложный, генетически обусловленный процесс, напрямую связанный с окружающей средой и образом жизни самого человека. Предотвратить старение нельзя, а вот затормозить вполне реально. Каждый из нас может при желании повлиять на те процессы, которые снижают жизненный потенциал, помочь своему организму справляться с возрастными изменениями и заболеваниями. Наука не стоит на месте, и петербургскими учеными в 70-х годах уже прошлого столетия найден, не побоюсь этого слова, эликсир молодости. Я говорю сейчас о пептидах, о коротких цепочках аминокислот. Это биорегуляторы, которые своим биорегулирующим действием позволяют основным системам органов противостоять повреждающим факторам внешней среды, повреждающим факторам внутренней среды, позволяют бороться с различными генетическими возможными нарушениями. Пептиды – это часть человеческого организма, небольшие цепочки аминокислот, которые образуются в клетках нашего тела. Они адресно координируют работу внутренних органов и систем, обеспечивают синтез белка. Но в течение жизни, под воздействием множества негативных факторов, количество пептидов, выделяемых организмом, снижается. Лишившись их поддержки, органы и ткани начинают быстрее стареть. Пептидные биорегуляторы – это препараты-геропротекторы, созданные на основе природных пептидов, которые помогают замедлить преждевременное старение, нормализовать метаболические процессы, уменьшить риск возникновения многих заболеваний. Пептидные препараты органоспецифичны. То есть каждый препарат отвечает за свой орган, за систему органов. Например, есть препараты для сердечно-сосудистой системы, препараты для нейроэндокринной системы, есть, например, препарат для щитовидной железы, пептидные препараты для женской половой системы, для мужской половой системы. Все пептидные препараты не являются активаторами, они биорегуляторы, они регулируют функцию. Пептидная косметика очень хорошо решает возрастные проблемы кожи. Пептидные биорегуляторы можно применять как в профилактических, так и восстановительных целях. Они практически не имеют побочных эффектов, поскольку содержат пептиды, являющиеся частью человеческого организма. Однако для их приема свой организм желательно подготовить. Разработана детоксикационная программа, которая позволяет в течение 3 месяцев обратить внимание на те или иные проблемы, находящиеся в организме с точки зрения каких-то интоксикаций, токсических воздействий. И с помощью непептидных препаратов подготовить организм к применению пептидных биорегуляторов. Вы можете пройти компьютерную диагностику и определить уровень интоксикации вашего организма и уже, зная этот уровень, применить программу. Пептидные биорегуляторы – это путь к активному долголетию. Бесплатно проконсультироваться по вопросам более правильного и обдуманного их применения вы можете в общественной приемной научно-производственного центра ревитализации и здоровья по адресу Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 29А или по телефону 260 12 91.